нашим ветеранам кино. Давайте аплодисменты, как говорится, поблагодарим всех киношников, которые много вложили в российское кино, отрасль нашей республики. Вот. И вот не даст и Вера Кузьминична Кузьмина, и про нее галерею снимали, как говорится, галерею портретов. Она тоже в одном кинофильме специально посвящена была. Далее, что хочу сказать. Ну, конечно, сейчас киноотрасль на другом уровне. Вот когда Максим Кошкинский, когда снимал свою киностудию, не было никакой базы, никакой техники. Первые фильмы создавались на базе Севзапкино, это Ленфильм. Ну, там титры прошла Севзапкино и потом Чувашская киностудия. Вот эта история начинается с этого Чувашского кино. Но сейчас уже другая ситуация. Вот Ефремов сказал, когда они снимали фильм, они снимали павильон ГТРК, вот. И вот сейчас на данном этапе поддержка... И вот Максим Кошкинский говорил, что первым автором Чувашкино, отцом Чувашкино, является Корычев, тогдашний премьер-министр, ну, председатель ЦИК Чувашской Республики. Потому что деньги были выделены, и кино создали, первое кино. И последующим тоже так же было. Вот в этом году у нас 90-летие, как создавался... Чувашская контора, Чувашкино Трест, вот.